Молодежь начала сегодняшнее утро с субботника. В рамках недели добрых дел студенты Одесской юракадемии и активисты молодежной платформы «Будущее» привели в порядок азербайджанский сквер. В этот раз к ним присоединились и члены молодежного совета. Поддерживают чистоту в сквере на 4-й станции Большого фонтана активисты уже не первый год. Мы понимаем, что нам в этом городе жить. И знаете, когда бывает проходишь, гуляешь, хочется, чтобы все-таки было чисто, красиво. И вот мы сегодня решили такой акцией, которая называется «Чистый город». Мы решили присоединиться к этому. Сегодня мы озеленюємо, сегодня мы прибираем, проводим суботник. Тобто зелень трест також до нас сьогодні приїхали. Так ми всі разом працюємо, стараємося і покращуємо благоустрій нашого міста. І також з гордістю хочу сказати про те, що цю студентську ініціативу завжди підтримує керівництво нашого вузу. Сергій Васильович Ківалов. В планах молодежи новый проект – масштабный общегородской субботник, к которому присоединятся все молодежные, студенческие и ученические организации Одессы. Молодое поколение отмечает, чистота города – это долг каждого одессита. Все-таки на неделю добрых дел нужно проявить себя для своего города. Все-таки, несмотря на то, что чисто не там, где выбирают, а там, где не мусорят, все-таки нужно следить за своим городом и любить его. Мы показываем своим примером, как и жителям города Одессы, так и вообще и молодому поколению, что это очень важно, чтобы, если мы не начнем это делать, то никто не будет это делать. Это все начинается с нас. Все эти субботники, мероприятия по благоустройству парковых зон и так далее. Студенты и преподаватели Одесской юракадемии и Международного гуманитарного университета регулярно выходят на субботники на склоны и на набережную в районе 8-й станции Большого фонтана, в городские парки, на территорию бывшей межрейсовой базы моряков, на улицы Академическую и Фонтанскую дорогу, где расположены вузы, а также в общеобразовательную церковно-приходскую школу.